Есть просто сотни видеороликов на ютубе с подборками релакс-мелодий и т.д. музыка для учебы и прочее. И зачастую там в описании лицензия фонотеки YouTube. Те мелодии, которые стоит, можно и использовать, и монетизировать. Сам вопрос, подключает ли YouTube таким каналом монетизацию и куда уходят деньги автору канала или авторам мелодий? Подумайте сами, вот есть мелодии для релакса. Что делают люди, когда включают мелодии для релакса? Вот что? Для медитации. Наверное, они не сидят и не втыкают в экран и медитируют, да? Типа там медитируют, нет? Они просто включают и используют YouTube в качестве бесплатного радио. Правильно? Правильно. И в этом случае, скорее всего, они не смотрят рекламу. А раз не смотрят рекламу, скорее всего, монетизация на этих каналах будет, ну, такая себе. Пара-барабан.